какой смешной цвет у дома. Как будто зеленку разбавили с водичкой. Джейчик не нашел еврейского ресторана. Едем в ресторан Европы или кафе Европа называется. Хотя сегодня вечером мы поедем в ресторан Mediterranean Food. Это средиземноморская кухня. Вот какое здание тоже красивое. Такая лепнина. А вон впереди такой купол, как будто русская церковь. Слушайте, может быть, она и есть. Вот какой дядечка импозантный. Только купол не золотой, а какой-то просто как масляной краской покрашен. Говорит, здесь жили родители, бабушка с дедушкой. Короче, прадедушка, прабабушка здесь жили. В этом районе. Miles. The destination is on your left. 4318 California Street. Ну, столбы какие-то у них. Смотрите, сколько проводов. Кошмар. Как в Японии, в Токио. Там вот такие столбы там. Ой, сколько там проводов на тех столбах. Ну, это ж ужас. И здесь, смотрите. Какие-то старые столбы. Обалдеть. Это для троллейбуса, что ли, линия вот эта? Непонятно. А вот, смотрите. Little Sushi Bar. Маленький суши-бар. Не, суши я не хочу. Суши-весла. Уже когда-то я говорила такую шутку, к чему не помню. Суши, суши, суши-весла. Это что-то из ТикТока, кажется. А вон еще одна церковь, тоже, наверное, наша. Видите, сколько тут наших? Точно, еще одна. One more DJ. Russian Church. Прям даже написано по-русски храм. И что-то. Храм, что-то такое. Может, это какой-то русский район? Флаг какой. Кто-то делает ремонт и такой вот, как сказать, защитный такой покрывал, короче. А вот какой красивый, с колоннами. С гаражом. Уже елочка наряжена. Магнолия. Ух, какие ставинки. И вот елочка. Так интересно, все раньше и раньше люди начинают украшать. С ноября уже, представляете, ставят елки, создают себе предрождественское настроение. Понятно, дом или апартмент, или апартамент, квартиры. Закрыт.
вот кафе Europa, European Comfort Food. We'll see how comfort. Hello. Hi. How are you doing? Good. Two guests? Yeah. Yeah. From inside or outside? I think you have my window. Inside, yeah? Yeah. Here. I'm going to take this beautiful table. Put my mask on me and bring you menus. Yep. And we're going to serve you. Nice place. Actually, for me first, do you have restroom? Washroom is just right there. Thanks. All right. You're welcome. Кто меня смотрит, девочки из Литвы? Привет вам! Смотрите, клайпедское пиво. Литвиния. Польша тоже. Кто в Польше живет? From Japan. Представляете, парень из Гродно, больше 10 лет здесь живет, сказал. Уже ресторан свой. Какие молодцы. Я заказала драники со сметаной, с грибным соусом и рассольник. Говорит, очень вкусные. Вчера вечером готовили. Уже настоялся с хлебушком. На всякий случай дали вторую ложку, а вдруг Джей захочет. Рассольник у меня. У Джейчика зразы, а у меня драники с грибным соусом. Это очень большая порция, я столько не съем. Не, я могу, конечно. Что-то у них тут бизнеса нет. Или что? Что это за антиклейки какие-то стоят? What? This is French says I love you in French. О, по-французски. Вот Джей говорит, тут написано «Я люблю тебя». Вон опять эти лестницы. Ой, смотрите, какие столбы. Это же вообще пипец. Что это такое? О, полысь. Это связь с полицейскими. С 37-го года. Уже не работает, так я думаю, закрыто. Или у каждого свой ключ. Уже он какое все в паутине. Надо фотку сделать. Хочу машину вам показать. Google ездит здесь. Машина от Google, вот она едет. Так часто ездят, они тут снимают все. I know.